представляет новую систему энергоснабжения на основе новой технологии водород-воздушных топливных элементов для беспилотных летательных аппаратов и иных роботизированных комплексов. Энергетическая установка на топливных элементах – это альтернатива аккумуляторным батареям, позволяющая при сопоставимой массе и габаритах хранить до 10 раз больше энергии. Топливные элементы позволяют извлекать электроэнергию из водорода напрямую, минуя низкоэффективные процессы горения. Вырабатываемая электроэнергия используется для питания электрического двигателя и других систем беспилотного летательного аппарата. В топливном элементе происходит управляемая электрохимическая реакция окисления водорода. На катализаторе анода молекулярный водород диссоциирует и теряет электроны. Катионы водорода проводятся через мембрану к катоду, а электроны отдаются во внешнюю цепь. На катализаторе катода молекула кислорода соединяется с электроном и пришедшим протоном и образует воду, которая является единственным продуктом реакции. Позволяет осуществлять запуск и эксплуатировать систему при широком диапазоне температур. Использование топливных элементов для беспилотных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки позволяет запасать до 10 раз большее количество энергии по сравнению с традиционными решениями на аккумуляторных батареях. Фактический запас хода летательного аппарата определяется количеством водорода на борту. Решения для беспилотных аппаратов самолетного типа по сравнению с двигателями внутреннего сгорания позволяют достичь лучших характеристик по продолжительности полета. Эксплуатационные особенности разработанных топливных элементов не требуют дополнительных проверок и не имеют сервисного интервала, в отличие от двигателей внутреннего сгорания. К преимуществам технологии относятся отсутствие вибраций, шума, а также трущихся и смазываемых частей, что исключает необходимость проведения регламентных работ и снимает проблему отказа при низких температурах. Создана в соответствии с международными стандартами водородной энергетики и полностью безопасна в эксплуатации. Хранение водорода может осуществляться в сверхлегких композитных баллонах различных форм и размеров. Энергетическая система позволяет запасать более 500 Вт-час электроэнергии на килограмм своего веса. Это будущее беспилотных летательных аппаратов, позволяющее радикально расширить спектр их применения и набор решаемых задач.